Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением рассказывал госсекретарю США Майку Помпео, что Саудовская Аравия содействует в расследовании дела о предполагаемом убийстве журналиста Джамаля Хашакджи. Об этом сам Помпео сообщил по итогам визита в Анкару. Он напомнил, что турецких следователей и экспертов допустили в здание диппредставительства, где, по данным спецслужб, было совершено преступление. Проблемы возникли с доступом в резиденцию консула, поскольку он в разгар следственных действий внезапно улетел на родину. Но и это обстоятельство не смущает власти Турции. Генконсул имеет право вернуться на родину. Он не был выслан, и не мое дело, когда он вернется. Он улетел на родину. Его судьбу будут решать саудовские власти. Известный своими оппозиционными взглядами и резонансными заявлениями, журналист пропал 2 октября, когда он должен был посетить консульство в Саудовской Аравии для оформления личных документов. Турецкие СМИ сообщают, что у спецслужб есть доказательства того, что Хашакджи убили, а его тело расчленили.